помнят. Я могу сказать, что я бы проголосовала бы сейчас, прямо сейчас, если бы вы вместо обещаний несбыточных насчет НАТО и ЕС в Конституцию Украины написали, что в Украине должна быть европейская пенсия 1000 евро и 500 евро, 500 евро пенсия и 1000 евро зарплата. Вот это европейский стандарт. И когда вы говорите о европейской интеграции, то первая задача, национальная идея сегодня политиков должна быть, это европейская пенсия и европейская зарплата в Украине, а не европейские цены и тарифы. И если коротко сказать о цифрах, то в 2013-м у нас пенсия была средняя почти $200, а сегодня у нас средняя пенсия $100. То есть вот за ваши 5 лет вы ровно в 2 раза у людей украли пенсию. И мы посчитали, что за 5 лет в среднем не доплатили каждому пенсионеру 30 тысяч гривен пенсии. Я был поэтому, на самом подсчете. Можно я закончу? Да? Поэтому ваши подачки в 2400 гривен, которые вы раздаете перед выборами и манипулируете этим, извините, это неравноценный расчет с краденными пенсионерами за 5 лет власти.